Ровно 45 лет назад, 6 ноября 1975 года, был подписан указ Президиума Верховного Совета РСФСР об образовании Центрального района Твери. Правда, тогда наш город носил имя Калинин. Подробнее о том, как отпраздновали круглую дату, в нашем следующем материале выпуска. Сегодня, 6 ноября 2020 года, вам исполняется 45 лет со дня вашего рождения, а нашему родному центральному району исполняется 45 лет со дня его образования. За час до начала своей смены на вагонзаводе Ольга Березаева принимает поздравления от главы центрального района, в котором давно прописано. Так свой день рождения она не отмечала никогда. А все потому, что ей тоже сегодня 45. Это первый такой знаменательный, яркий такой день рождения. Мне подарили эксклюзивную открытку и книжку про историю Твери, нашего города, в котором я родилась и живу уже многое время. На этом сюрпризы для жителей центрального района не заканчиваются. Сотрудники администрации делятся планами и рассказывают, впереди еще много поздравлений для жителей. Мы планируем вручение паспортов совершеннолетним жителям центрального района. Планируем доехать до уважаемых, почетных граждан, жителей города Твери, жителей центрального района. Тех граждан, которые много лет работали на благо жителей. В конце дня коллектив администрации центрального района также будем поздравлять с 45-летием со дня образования района. Ну, кто заслужил, будем вручать заслуженные награды. В связи с ограничениями, связанными с угрозой распространения коронавирусной инфекции, основная часть поздравлений проходила в онлайн-формате. Видеообращение записали бывшие главы администрации центрального района, председатель Тверской городской думы и руководители предприятий, представители общественных организаций. Все воспоминания и поздравления были смонтированы в фильм, куда также вошла хроника исторических событий, которые за 45 лет затронули центральный район Твери.